В Севастополе продолжают выполнять программу по снижению потерь воды. Сейчас проводят замену трубы водоснабжения между торговыми центрами «Муссон» и «Лаванда». Этому водоводу уже около 60 лет. Он питает районы Матюшенко, Стрелецкая бухта и Камышового шоссе. Здесь используется современная технология санации труб. Они меняются не полностью, а делаются отдельные врезки. Такая технология позволяет нанести меньший урон ранее благоустроенному пространству. Работы в настоящий момент выполняются в соответствии с графиком. В настоящий момент выполнена полностью санация данного участка. Сейчас мы приступили к обвязке, после которой будут выполнены гидравлические испытания, естественно, промывка данного водовода, отбор проб, после чего будет выполнено переключение всех существующих абонентов. После окончания работ можно будет сэкономить около 100 кубометров воды в сутки. Общая стоимость ремонта – 670 миллионов рублей. Водовод обеспечивает около 40 тысяч пользователей. Подключить абонентов к нему планируют к концу текущего года. Люди, даже проживающие в этих районах, мы сделали здесь систему байпасов, даже не обратили внимания на то, что вода была при подключении. И, соответственно, это тоже один из этапов, что люди не ощущают проведения ремонтных работ. И, соответственно, к ним поступает вода. В этом году в план капитального ремонта попали 6 таких объектов. На улице Ливаневского, в районе 2-го километра Балаклавского шоссе, на улице Софьи Перовской у озера, капитальный ремонт сетей водопровода диаметром 1200 мм на улице Первомайской и в районе улиц Тимирязева и Нефтяной в поселке Сахарная Головка.